В Югре продолжается капитальный ремонт дорог. Так, сейчас специалисты приступили ко второму этапу работ по маршруту Уренгой-Надым-Советский в Белоярском районе. Отмечу, что этот отрезок трассы играет довольно важную роль. Он является частью коридора до границы нашего региона с Ямалом. Напомню, первый 3-километровый участок дороги ввели в эксплуатацию в октябре. Сейчас работы ведут еще на 8 километрах. Идет рассыпка территории и зачистка обочин от кустарников. Когда столбики термометров поднимутся выше нуля, специалисты приступят к устройству дорожного пирога и укладке асфальта. Под особым контролем безопасность движения. Так, на участке появится около 250 сигнальных столбиков, более 40 дорожных знаков, 25 километров дорожной разметки и сотни метров барьерных ограждений. Работы, к слову, ведутся с опережением графика. Второй этап капремонта планируют завершить до конца следующего года.